Система субсидирования авиаперелетов работает. Напомню, в аэропорту Бегишево с 1 июня начала действовать федеральная программа, предусматривающая льготные билеты на рейсы в Крым. Для людей с ограниченными возможностями здоровья, их сопровождающих, молодых людей до 23 лет и пенсионеров. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с теми, кто уже смог воспользоваться подобным предложением. Я лечу в Крым, в свой родной город Севастополь, где прожила больше 25 лет, но сюда занесла, сюда в КАМАЗ. Очень хорошо, что под эту акцию попадают не только пенсионеры, инвалиды, но и студенты, и школьники. Со мной летит внучка, которая 17 лет, которая учится в колледже. И вот мы так удачно купили билеты на тот день, на который хотели мы. Более подробно о прямых перелетах из набережных Челнов в Симферополь расскажут мои коллеги в программе «Вести КАМАЗа». Ближайший выпуск завтра в 19:15.